благодаря героической обороне Сталинграда, основные немецкие силы втянуты в затяжные бои. Их фланги защищаются слабыми войсками, румынскими дивизиями и итальянскими дивизиями. Анализ обстановки показывает, что есть возможность нанести сокрушительный удар. Ставка и Генштаб разработали план контрнаступления под кодовым названием «Уран». Суть наступления заключается в следующем. На направлениях предстоящих ударов наших фронтов удалось создать мощные ударные группировки. Они должны замкнуть кольцо врага в районе Сталинграда и уничтожить. Численность группировок прилагается. А как ведет себя противник? Подхода немецких резервов не обнаружено. Есть предположение, что противник не догадывается о нашей наступательной операции. Но когда мы начнем, немецкое командование вынуждено будет перебросить войска из других районов на помощь своей сталинградской группировке. И чтобы этого не случилось, необходимо срочно провести отвлекающую наступательную операцию на Западном фронте. Это было бы хорошо. Итак, есть предложение утвердить план окружения немецких войск под Сталинградом, операцию «Уран». А Жукову срочно вылететь на Западный фронт и организовать там отвлекающий удар. Ну а как же операция «Уран»? Операцию «Уран» мы проведем как-нибудь сами.